Привет всем любителям баскетбола, в эфире Единая Лига ВТБ. Матч регулярного сезона между Самарой и Саратовским Автодором. Ему 22 года. Райан Боутрайт получает блокшот от Максима Шаликета. Там как минимум 15 сантиметров преимущества в росте, но Маркос Найт решил атаковать сам. И Маркос Найт знал, что делал. Возвращается Теодору, попытка со средней, мяч в корзине. Вот это чудеса игры один в один. Мачадо. Кольцо. Какая интересная передача. Была на Александра Пятенева. Она становится результативной. Пятенев забивает снова с дальней дистанции. Райан Боутрайт. В первой половине он набрал всего лишь 2 очка. И здесь накрывают попытку Александра Пятенева. Ран отрабатывает в защите. Какой сложный мяч забивает Малик Ньюман. Энис решил потолкаться под кольцом и получил блокшот от Александра Пятенева. Абсолютно все игроки стоят сейчас на периметре. Только Николич борется за подбор с Найтом, а это and one. Они позволили открыться и себе, и сопернику, и как минимум не проиграли под отрезок. Иван Лазарев. Данк с одной руки. Маркос Найт очень плотно защищается против Ньюмана, и тот в итоге заканчивает атаку неточным броском. Зато Джеймс Энис отправляется в полет. И на этом у нас встреча подходит к концу. 87-82. Самара обыгрывает Автодору.